Так и так, всем привет, друзья, вы на канале Виконста. Всем привет. Ребятки, по названию видеоролика вы уже поняли, что сегодня мы отправляемся в Седово. Поснимаю я вам на июнь 2019 года этот курорт, как он выглядит. Расскажу о ценах и, как всегда, с вас абсолютно любой креативный комментарий под этим видео. И я предлагаю вам вместе с нами отдохнуть и побыть на море. Я думаю, вы хорошо проведете время вместе с нами. Ну что, поехали? Ребята, еще буду по пути рассказывать дорогу. Какое состояние. В общем, с Донецка до Старобешева более-менее дорога. Единственное, что обратите внимание, перед спуском в балку, там такие ямы, конечно, в колено. Может быть, когда вы уже будете смотреть это видео, я надеюсь, их заделают. Но, в принципе, аккуратно проехать можно. Сейчас мы уже проезжаем Старобешево и движемся дальше в сторону Тельманова. Проехали мы уже Раздольное, въехали в Васильевку, дорога отличная. То есть ее недавно делали, буквально полтора года назад закончили капитальный ремонт. И до самого Тельманова у нас дорога в хорошем состоянии. Так что можете ехать спокойно и не переживать за свою подвеску. Ну а в Тельманово мы поворачиваем налево и едем в сторону Новоазовска. Ну вот немного дороги вам поснимаю. То есть дорога в хорошем состоянии. Можно спокойно ехать, не превышая скоростной режим. В общем, друзья, въехали мы уже в Седово. Общее время в пути, которое мы провели, составило 1:45. Выезжали мы с Калининского района, с мотеля. Ну вот, смотрите, уже мы едем по городу. Сейчас, ребята, буду искать номер, ну и немножко будем рассказывать, что и как, почем здесь цены. Цены самое главное на жилье, хотя в интернете можно их посмотреть, но лучше, когда вы приедете и все своими глазами увидите. То есть от первого лица моя рубрика так и продолжается. У нас много чего еще будет интересного. Так что, ребятки, я пока еду. Друзья, ну вот мы и выехали на центральную улицу. Сегодня 7 июня 2019 года. Ну, так выглядит центральная улица. Сейчас еще, я так смотрю, кафешки не работают. Но он уже идут, скорее всего, что с пляжа. Ветер сегодня, ну, ничего. Ну, народ присутствует. Вот. Ну, короче, ребята, мы будем сейчас искать номер, ну и потом будем включаться уже. Друзья, сейчас мы заходили в 3 пансионата подряд. Кто хочет заселяться, номера есть. Цены варьируются от 1500 рублей за двухместный номер, это минимальная цена, до 3000, это люкс. Вот, ну, минимальное заселение на 3 дня, то есть на 3 суток. Меньше они не хотят. Ну, такие у них правила. Ну, будем искать где-то сейчас участников. Вот, ребята, как раз делают сейчас центральную эту улицу. Как, ну, на западло специально. Как раз тот день, который мы приехали, делают улицу. И там образовалась небольшая пробка в Седово. Вот такие вот монстры здесь латают асфальт. Ребятки, короче, заселились мы в номер уже. Вот такой вид с нашего номера. Взяли нас за это все дело 600 рублей. И 200 рублей залог. Заключили мы договор. Договор на сутки. Ну и сейчас, короче, будем расчехляться. Пойдем на море. Ну, в принципе, мы так и выбирали, чтобы хотя бы перекантоваться. Потому что в машине как-то неохота ночевать. Ну, вот, в принципе, холодильник. Вот так. Для
окантовки нормально. Короче, сейчас будем переодеваться и идти на пляж, на море. Может быть, пройдемся в магазин, зайдем, сходим. Ну а так, в общем, мы прошлись по частному сектору. У нас в среднем номера от 200 рублей и до бесконечности. То есть за номер даже люкс просили 3000 рублей. Ну, как бы мы остановились недалеко, тем более центр. Сейчас будем раздеваться и пойдем уже на море. Сейчас, ребята, покажу вам душ. Ну, обычный уличный такой душ. Ну и здесь туалет. Комментариев, я думаю, не нужно. Ладно, будем на море идти. Ребята, короче, можно найти номера абсолютно все. Минимальную цену, которую нам озвучивали, это 150 рублей. Но там чисто кровать и все. Душ, туалет на улице. Горячая вода, холодная есть. То есть, ну там, конечно, разница по поводу люксовых номеров будет, ну, ощутимая. А так цены доходят до 3000 рублей. Ну, сейчас зайдем на пляж, покажу вам состояние пляжа, ну и само Азовское море. Сегодня у нас ветрено, поэтому будет все шуметь. Вышли мы на море. Море у нас, конечно, коричневого цвета. Ну что, будем, наверное, куда-то ложиться, да? Купаться, напитываться йодом. По ощущениям и по виду Кати, вода очень холодная. Ну и скорее всего, что уже дня 3-4 здесь ветер сильный и поднимает вот эту всю муль. Из-за этого вода такая коричневого цвета. Темно-коричневого. Ну ничего, главное на отдыхе это кайф, кайфовать, смотря на море. Конечно, хотелось бы увидеть его чистым, прозрачным, но изначально Азовское море никогда таким не было, только в некоторых местах и то, где мелко. Но так люди купаются, и то еще не сезон. Ну что, Дружбан, как тебе отдых в Седово?